Депутат Народного совета от фракции «Свободный Донбасс», по совместительству директор Дворца спорта «Шахтер» Олег Степанов отметил, что такой масштаб у соревнований впервые. Ведь в Донецк приехали боксеры с 9 городов нашей республики. Сегодня у нас проходит соревнования республиканские. Первые такие большие, серьезные нашей республики Донецкой Народной. Приехали 9 команд из разных городов. Горловки, Енакиево. Ну, в общем, перечислять, вы прекрасно понимаете. Думаю, еще к нам еще присоединяются другие скоро уже республики, которые на сегодняшний день. Очень много участников, много зрителей. На сегодняшний день это действительно радостная вещь. Мы, конечно, думали, что, как всегда, проходили соревнования будет мало, мало. Действительно, я еще раз убеждаюсь в том, что наши дети, наши спортсмены – это герои. Тренера их не тоже герои. И каждый из них, приехавший на соревнования, он хочет показать, что действительно мы не только умеем воевать, но мы имеем еще и доказывать свое, как говорится, отстаивать на ринге, отстаивать на соревнованиях гимнастики, везде, что мы спортсмены, мы живем, наша жизнь продолжается. Поэтому на сегодняшний день, мне кажется, что Дворец спорта «Шахтер», да, не кажется, это естественно, что Дворец спорта «Шахтер» именно будет работать для подрастающего поколения. И будущее на Олимпиадах мы еще себя покажем. Турнир стартует с отборочных матчей на стадии 1/8 финала. По регламенту чемпионаты спортсмены боксируют. 3 раунда по 2 минуты юниоры возрастной категории 1999-2000 года. И 3 раунда по 3 минуты молодежь возрастной категории 1997-1998 года. Финальная часть соревнований пройдет в воскресенье в Дворце спорта «Шахтер». Ориентировочное время – начало 11 часов утра. Депутат Народного совета от фракции «Свободный Донбасс» Мирослав Руденко после сегодняшних боев отметил достойную подготовку наших юных боксеров и похвалил их тренеров, которые воспитывают наших будущих чемпионов на международной арене. Это большая заслуга педагогов, тренеров, большая заслуга и Министерства молодежи и спорта, и Дворца спорта «Шахтер» администрации, что смогли организовать, провести, собраться здесь. Вот, и, ну, конечно, самые лучшие впечатления от этого и вера в будущее развитие Донецкой Народной Республики. Когда у нас есть такая несгибаемая молодежь, которая даже под обстрелом готова заниматься любимым спортом, боевым спортом, боксом, и готова соревноваться и отстаивать честь Донецкой Народной Республики.